Какие сумки Guess и Michael Kors зашквар? На самом деле все. Упс. В конце видео про крутые альтернативы. Ни для кого не секрет, что они воруют дизайн популярных сумок. Например, Chanel, Prada, Dior, Fendi и так далее. Сумочки сделаны из кожзама. И как сказал мой хейтер, фу, кожзам для бедных. А в Америке Michael Kors и Guess – это просто наш Be Free. Обычный тухленький масс-маркет. По сути, купили сумочку Be Free, где еще их лого везде. Ходите, гордитесь и скупайте коллекцию таких сумочек. Ну, странновато. Лучше обратите внимание на сумки By Far, Iconica, Coins, Yuzefika, Chanel. Они создают свой уникальный дизайн, отличаются хорошим качеством и стоят примерно столько же. Если вы хотите не просто повторять за кем-то, а создавать свой персональный стиль, пишите в директ мне слово «шоппинг», и мы сделаем это вместе.